Жаркие шутки и горячие аплодисменты. В Самаре прошел полуфинал официальной лиги КВН «Самара». За победу боролись 5 команд. Оценили чувство юмора участников игры и наши корреспонденты. Молодые, амбициозные, а еще веселые и находчивые. В областной столице состоялся полуфинал официальной лиги КВН «Самара». На сцене тот самый настоящий искрометный юмор. Шутки про политику, отношения, социальные сети, учебу и даже нашумевшие премьеры фильмов. Я пластмасса, вы милашка, В поединке встретились 5 команд. Волжский проспект, странные люди, площадь мира, ничего такие и правком. Участники по традиции представляют разные учебные заведения. Все они со своим специфическим чувством юмора. Однако перед выступлением не до смеха. Конкурентов слишком много. Важно с первых секунд влюбить в себя зрителя своей энергией и обаянием. И тогда считаешь, что победа уже в кармане. Сегодня, честно говоря, все по классике. Чуть-чуть приколдесиков, немножко победы. Вот, в целом, ради чего мы собрались, это победа. Будет неловко, если все команды ради этого тоже сюда приехали. Мы же работники Дома культуры, поэтому от нас вас ждет высокоинтеллектуальный тонкий юмор и немного классики. Но самая культурная команда. Почти. Организаторы говорят, КВН больше, чем просто игра. Для многих это образ жизни. Если один раз попробуешь, то навсегда. Для молодых ребят это еще и трамплин. Они совершенствуют свои навыки, ищут себя, растут и развиваются. А буквально на днях команда КВН «Перспективочка», гимназия «Перспектива» стала победителем всероссийского телевизионного шоу талантов «Детский КВН». Это очень значимая победа, они долго шли к этому, и поэтому у нас теперь в городе есть и чемпион высшей лиги КВН, и чемпион детского телевизионного КВН. Строчка из песни для команды «Ничего такие» стала пророческой. У ребят получилось. Они победили в этой игре. На втором месте оказался Волжский проспект. Команды прошли в финал официальной лиги КВН «Самара». Второй полуфинал пройдет в четверг, 19 октября. Светлана Тимофеева, Ксения Баканова, Николай Епифанов. События.